7 мая, в День защитника Отечества Республики Казахстан, в торжественной обстановке от своих новых квартир получили ключи 99 семей работников сфер образования, культуры, здравоохранения Бурлинского района. Жилье было построено в рамках госпрограммы «Нурлы жер». Новый жилой дом расположен в 10-м микрорайоне. Неподалеку расположены школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, рынок, супермаркеты. На данный момент сдается дом Пятно 37, 10-й микрорайоне, 18-й дом, 124-квартирный, подрядная организация ТО «Лидер», общей стоимостью 1 266 000. Для очередников МИУ, имеющие сбережения в Отпасбанке. На данный момент победители конкурса определены, и вручение будет жителям около 99 квартир. То есть остальные квартиры будут разыгрываться среди общих вкладчиков Отпасбанка. Жители города, годами копившие свои вклады, наконец могут вселиться в свои собственные квартиры. Нургуль Уразгалеева работает в детской дошкольной организации номер 4 «Айгулек». Сегодня она прибыла, чтобы получить свои ключи. Мы очень счастливы с дочкой. Сегодня наконец-то получаем ключи от нашей долгожданной квартиры. Мы долго ждали этого. Я, как работник бюджетной организации, стояла в очереди с 2014 года на это жилье. И наконец-то я получаю. Я очень счастлива. И я хочу сказать огромное спасибо за такую возможность получить новую квартиру. Для еще одной молодой семьи сдача в эксплуатацию жилого дома стала настоящим радостным событием, которого они ждали более 3 лет. Мы по программе «Нурлы жер» получили двухкомнатную квартиру. Очень рады. Давно ждали это событие, вкладывали свои сбережения с 2018 года. Амангельды Умбетов работает учителем физкультуры в школе. Являлся вкладчиком Отпасбанк с 2016 года. Сегодня для Амангельды Умбетова двойной праздник. Наша квартира находится на 8-м этаже. Огромное спасибо за такую возможность получить квартиру. Программа «Нурлы жер» помогает многим семьям стать обладателем собственного жилья. Всем желаю такой же радости, как и у нас. Не мог пропустить такое радостное событие для жителей города аким Бурлинского района Мержан Сатканов, который поздравил новоселов и вручил им ключи от квартир. Құрметті қадірменді жерлестер, биылғы жыл еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында, келе жатқан ұлы жеңіс күнінің мерекесінің қарсаңында, бүгінгі отан қорғаушылар күнімен баршаңызды құттықтай отырып, осы көптен ауданымызда күткен ашылып жатқан салтанатты түрде біздің халқымызға арналған жаңа 126 пәтерлі 9 қабатты үйдің ашылуымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Кроме того, в текущем году планируется сдача в эксплуатацию еще одного 126-квартирного дома для очередников МИО, то есть местных исполнительных органов, подрядная компания ТО «Арес Билдинг», стоимость которого составляет 1 миллиард 209 миллионов тенге. В настоящее время там ведутся отделочные работы. Наряду с этим для той же категории, являющейся вкладчиками «Жилстрой Сбербанка», в текущем году планируется сдача 198-квартирного дома, подрядчик ТО «ЖНБАЙ». На сегодняшний день, по словам главного архитектора района, ведутся монолитные и кладочные работы. Совершение запланировано на 4-й квартал текущего года. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».